подтверждающий документ. Если у них не помог, он отказ. Это указано на самой карте. Он паспорт вам показал. Паспорт показал он вам. А ребята на каком основании? Вот и я не знаю. Подтверждение мне не дает. На этой карте можно писать, все что угодно. Здесь нет фотографий. Что? Он вам паспорт предъявил, предъявил. Да. Все, верните, пожалуйста, ему билет. Вот ты мне скажи, значит. Билет я вам не верну. Билет верните. Потому что льготы, но раз там это правда. В паспорте не указано, что у человека имеется льгота. Здесь нет фотографий. Есть у него нет подтверждения. Реестр студентов есть. Это студенческие. Да. Социальные вообще вы не имеете права. Дайте. Социальная карта. А студенческие вы имеете социальная право. Социальная карта. Является собственностью. Вы можете снимать сколько угодно, здесь вы со мной не подходите. Давайте на это выйдем, с ним поговорим. Хотите? Нет, не хотим. Ну, тогда не верните, пожалуйста, сейчас. Я вам верну карту, если вы мне предоставите документ, достающий ваш паспорт. Не имею при себе документ. Вот паспорт он предоставил. Я паспорт предоставил. Он паспорт предъявил. Он предъявил паспорт. Паспорт, молодец. Ну, так решил вас почитать, как действует данный документ. Документ действует при наличии паспорта и документа, подтверждающего право на льготу. Это указано на самом проездном документе. Поименно. Человек не предоставляет мне эти льготы. Соответственно, я должен эту карту сдать на проверку на 3 дня. Через 3 дня без штрафной санкции он ее сдает, предоставив документ. В чем проблема? Все, что? Держи. Что делаешь? Вызывай наверх. Так. Пишем заявление. А вот это. А вот я и пройдите в салон. Так, руку убрал. Ты месяц еще пойди. Так. Что так себя ведет? Вы нормальный, адекватный? Оставайтесь в салоне. Вызывай на меня. Я на юге работал обычно. Мне все равно, где вы работали. Вы оставитесь, оно когда-то вас будет изъято в любом случае. Не имеете права. Не имею. Вам показать правила пользования? Все, выходите. Продиктовать? Я вам пойду покажу вам на салоне. Все, отходите. Вы можете выйти. Выходи, Ян. Выходи. Урод. Так, уходим. Бегите. Уезжайте. А я что сделал вам? А я что вам сделал? Я лично что вам сделал? А я лично что? А что я лично? Вы его толкаете, контролер. Сейчас полиция подъедет. Сейчас я напишу заявление. Что вы делаете? Вы мешаете работу? Вас найдут все равно, не переживайте. Вы думаете, это просто так? Должна с ними лицами делать. А он там это как? Чего? Подождите, пожалуйста. Я не нарушаю. Не бегайте. Подождите, отсюда нахер. Пошел нахер, понял? Идем.